Мы находимся в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7. Во втором туре Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд сражаются в Поволжском дерби команда из НГУ имени Лобачевского и Казанского государственного аграрного университета. Ассоциация студенческого баскетбола была создана 8 лет назад. За это время она стала своего рода чемпионатом России по баскетболу среди студенческих, мужских и женских команд страны. В турнире принимают участие более 800 команд из 68 регионов страны. Команды разделены на дивизионы по территориальному признаку. В дивизионе Поволжье Урал, помимо студентов из университета Лобачевского, принимают участие команды из Йошкар-Олы, Кстово, Чебоксар, Казани и Нижегородского государственного педагогического университета. В этом сезоне чемпионат проводится в три этапа – дивизиональный, квалификационный и Лига Белова. Сейчас идет дивизиональный этап, то есть у нас называется группа «Дивизион Поволжье Урал». То есть есть группа, где команды из Поволжского федерального округа, а здесь из Уральского федерального округа. А из каждой группы выйдет по 4 команды, и там будет по системе плей-офф выход дальше. То есть из этой восьмерки выйдут еще 5 команд уже в Лигу Белова. Нужно отметить, что команда университета Лобачевского в прошлом розыгрыше Лиги Белова вошла в 16 лучших команд России. В этом году цель – попасть в четверку сильнейших. С вами был Владимир Куликов. Любите и поддерживайте свой родной вуз.